Ну вот мы вошли в 2017 год. Началась череда январских новогодних праздников. Сегодня, друзья, Рождество, с чем я вас и поздравляю. Я предлагаю сделать нам всем вот что. Мы вспомним, что мы загадали в новогоднюю ночь. Сегодня, в Рождество, мы проговорим еще раз. И я абсолютно уверен, что это все сбудется. Альберна Героев Труда. Коза. Рождество. Поздравляю с Рождеством и всю твою семью. Это такой великолепный, теплый праздник. Да, это хороший праздник, светлый действительно. В сфере моей работы у меня сейчас не получается ездить по всем родственникам, поздравить их всех. Пригласи их в Альбир. Всех. И ты здесь. Столько денег где взять, чтобы за всех расплатиться. Пусть приходят со своим. Редчайший случай, когда можно на человека сказать: ну ты черт, он не обижается, он говорит: да, ты кто? Я просто Гринч, похититель Рождества. Допустим, мы тебе сегодня позволим похитить Рождество. Что ты с ним дальше будешь делать? Верну, но не просто так, только за счастливые улыбки, за замечательное настроение праздничное. В вашем понятии Рождество, что нужно одевать? Одевать все самое нарядное и то, что ближе к душе. Можно на вас посмотреть? Ну, у вас такое красивое платье. Вы модель? Нет, я хореограф, бальные танцы. Евгений, есть такое поверье: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Публика помнит, что ты был в роли оленя. Да, вчера я был в роли черта. Все рогатое почему-то в 2017-м так липнет ко мне. Но этот вопрос больше не мы должны с тобой решать, а я должен задать своей девушке. Вот. Девчонки, что ожидаем в качестве подарка на Рождество? Эмоции, хорошее настроение. То есть стриптизера? Нет, спасибо, у меня есть муж. Мне, да, честно говоря, хочется напиться, но у меня это не получается. Есть шикарный способ в Альбире, это называется фирменное пиво для своих. Они приносят бокал пива и наливают туда водки. О, отлично, я попробую. И Гринч, мы всех поздравляем с этим замечательным праздником, Рождеством! Что черт загадал в новогоднюю ночь? Черный-черный Lexus. Мы знаем о том, что в новогоднюю ночь надо написать записочку, положить шампанское, что-то там сжечь, съесть, там подождать до утра. Какое желание загадали, которое сбылось? У меня в прошлом году сбылось желание, которое я загадала в новогоднюю ночь, и оно сбылось. Я встретила любимого человека. Как проводить праздники по эту сторону баррикады? А это... Ну, у нас здесь свое веселье, мы развлекаемся как можем. Своя атмосфера. Поделись, ну вот, что значит своя атмосфера? Девушки красивые вот здесь под столом. Ну, то, что у вас порошок белый, я видел, все нормально. Мы людям дарим счастье, удовольствие. Они пришли к нам в гости, мы их здесь развлекаем. В
29 числа у нас вечеринка месяца по мультфильму «Жил-был пес». В момент этой вечеринки в сценарии прописано, что кто-то из ваших аниматоров будет сидеть под столом у гостей и делать вот так, как делал тот волк. Помнишь? Но только на колено вот это. Сейчас спою. К сожалению, это не прописано, но на каждой вечеринке за каким-то столом, да, сидит какой-то человек и постоянно ест, но ни разу он себя не выдавал, потому что не пел. Но на этой вечеринке он покажет себя.